ставропольчанина. Я свои деревья не режу, не перекапываю. То есть он повторяет меня, видите? Не режу, не перекапываю. Корневая шейка не заглублена. А манерел все равно достает. В чем причина? Если не опрыскать дерево, полностью погибает Ставропольский край. Вот. Ставропольский край, тут чуть ниже будет у меня по длине разговор. Вот. Но там я буду говорить про то, что, опять же, кто, все по тому же, тем же самым, по тому же. Почему? Потому что это он не режет, не перекапывает, не заглублена, а большинство деревьев, именно вишневых, вот. Кстати, это вишневое дерево. По-моему, речь идет о вишнях. Все. А, все-таки речь идет о вишнях. Так вот, я объясняю. Раз уже это и то не причина, и то не причина, и то не причина, остается еще одна причина. Дело в том, что вишни в Европе, это мое убеждение, я за него готов, знаете, есть такое выражение, голову под топор положить, если я не прав. Даже бы не испугался. Хотя меня не поддержит ни один ученый. Почему? Потому что телегония, она не признается. А деревья об этом не знают, что ученые не признают это самое, телегонию, то есть это самое скрещивание, даже нет, не скрещивание, а опыление без зачатия, да, вот. Вы пример приведу, я все время часто людей беру в качестве примера. Вот живут 20-30 лет супруги, да, и становятся похожи друг на друга. Не знаете? А вот это, кстати, уже, так сказать, знает. Вот. Вопрос, почему похожи? Не через детей похожи, что ребенок похож на папу и на маму. Так редко бывает. А просто похожи между собой. То же самое случается и в растительном мире. Это я говорю. Можете отключать компьютер и идти смотреть футбол, потому что это... в скобках, знаете, вот, когда я писал своей статьи, я в скобках писал, хохот в академическом зале. Так вот, кто еще не хохочет, слушайте дальше. Мне, когда я начал приводить примеры, мне ответили так. Нет, сорта-то разные, а у меня получается, что они сблизились настолько, что у них фактически они все стали генетическими родственниками. А дальнейшее, уже будучи родственниками, это приводит поколение, второе, третье, 19 век, вот, там, Чеховская вишневый сад, вспоминайте. Ладно, вся Украина, это само собой, Ставрополь, украинцы некоторые считают, что это их не край, но бог с ним, мы им простим, вот, у нас границы не было с ними. А и вот Ставропольский край, он сюда тоже уже начал ходить. Вот, Украина и вся нижняя часть России, Европейская Россия, нижняя часть, значит, юго-западная, она вся была в вишневых садах, это было невиданное зрелище. А шли годы, и действительно, они сами растут, у них же, они не должны погибать в принципе, настолько у них отводки дают, только выкопал, посадил их. И вдруг они заболели. Я вам говорю причину. Генетическая близость привела к деградации. И вот эти деградировавшиеся деревья подверглись уже нападению. Они гниют изначально. И их не это. Конечно, их пытаются спасти. Все это напрасный труд. Бесконечные ядохимикаты. Это гигантская индустрия. Когда, помните, я сколько раз говорил там. Надо становиться на колени, раскопать корневую шейку, а заставляет это штамп. Но это причина-то не одна, их много. И эта причина, пусть не для ставропольчанина, а вообще для большинства случаев. И эта причина, что корневая шейка заглублена, никто не знает. И вот получается, для именно я говорю сейчас, для жителя Ставропольского края, который и не перекапывает, и не заглублял, и не резал деревья, причина в том, что случилась страшная беда. Нету свежей крови. Друзья мои, не стыдно повторяться.
Я рассказывал, как я помогал переводиться, покрутить у виска. Я должен как-то это оправдывать, доказывать свое. Как умею, доказывать. Так, в скобках хохот в академическом зале. 20 лет талдычу. Реакция нулевая. Так, теперь Александр Шуманев. Теперь... Теперь становится понятно, почему у вас растут такие чудесные деревья. У нас в Москве еще снег лежит на участках. Вот. О таком ласковом солнышке можно только мечтать. То есть, смотрите, если ласковое солнышко есть, например, на Кубани, то там почему-то ни черта не растут. А у нас, получается, климат у меня еще лучше, чем на Кубани. Потому что на Кубани вы на абрикосы замучились искать, так? Вот. А вся причина в том, что Александр Куманев увидел мой ролик, снятый недели 3 назад. Я рассказывал про обрезку, а так как у нас и зимой снега не было, и первое солнышко, он растаял, не зря же говорите, ласковое солнышко. А потом... Я уже не возмущаюсь, ну что у меня все время то Краснодарский край с Краснодарским путают. Вот, питомник-то, ой, этот сад-то в Краснодарском крае, нашло солнышко. 22 апреля фотографии, клянусь Богом, да скажу, что я где-то в январе делал. Наконец-то выпал снег. Кстати, за неделю третий снегопад был. Четверг, сегодня суббота, ждем следующий снегопад. Сейчас сообщили, Алтай покрылся снегом. Антон Сафронов сказал, что в Кемеровской области выпал снег. Ну, мы на очереди, у нас же всегда все идет оттуда вот туда, с запада на восток. Вот, и потепление оттуда сюда, и похолодание оттуда сюда. Поэтому смотрите, про ласковое солнышко. Александр, пожалуйста, поверьте, если у меня есть черешня, то только потому, что я эту книгу не собираюсь это читать, то есть я это прочитал, выполнять, отрезать из тех 7 веток, отрезать 4. Я с ума не сошел, поэтому мне это. То есть, если вы, друзья, не верите, что существует это самое прямое воздействие деревьев друг на друга, вот, телегония, пожалуйста, не верьте. Если вы, друзья, не верите, что, например, существует вегетативная гибридизация, что я где-то уже беру ветку-то роскошного со 100-граммового абрикоса, и она осталась 100-граммовая, и привьется, и будет плод 100-граммовый. Но он почему-то теперь, после вегетативной гибридизации, очередного ступеньки или этапа, он теперь почему-то на дичок садится только так. И у Сергея из 198-99 саженцев прерывается. Это уже феномен. Вы поняли, к чему я клоню? Допустим, не верите. Хорошо. Тогда, получается, ученые ошибаются. А вот она книга, ой, сейчас, ладно, не догадался, эх, или там просто проскочил, замерзает при каких температурах, да вы же все знаете, там меньше 30 черешня, меньше 30 абрикос, меньше 30 персик, там, по-моему, 26-28, что ли, вот, а тут и живут. Тогда давайте так, нету вегетативной градации, господа ученые, не надо, нету это самое, слово неприличное, вот. Телегония. Нету? Не надо. Тогда просто не калечьте деревья. И вдруг окажется, что они не собираются погибать. Раз. Приучите их подвоем, который выдерживает минус 52. Пусть нету вегетативной градации. Пусть. Но сок, который вырабатывает подвой, который не замерзает при минус 50, попадает в крону привоя. Когда-то об этом в школе начал говорить, это уже не дикость, не глупость, что я сказал. Вот так. Ну уж ладно, я вас прощаю за ласковое солнышко. Сильно уж дико звучит, чтобы обижаться, мечтать.